Красавцы Лав Радио. Ярослав Парамонов и Никита Матов. И вот они, бессильные, светловолосые красотки. В городе успеха виднеются, словно высотки. По победам и упорству их равняться только. Это надо уметь, как они так чувствовать тонко. Диана Ван Лав, Диана Ван Лав, наш радиобосс. И Даша огонь преобразует яйф. Вы ждали чудо-женщин, и они здесь, только представь! Красавцы Лав Радио. Сегодня у нас в гостях профессионалы. Генеральный продюсер холдинга «Крутой медиа», спикер Российской академии радио, член жюри шоу-автора «Залетай в тренды» и премии Муз-ТВ Диана Синицына! А также композитор, поэт-песенник и музыкальный продюсер, многократная обладательница премии «Песня года», соавтор идеи и продюсер проекта «Вселенная GM» Дарья Кузнецова! Так. Даша, ну сколько у тебя красивых регалий! Ой, красивым вам красивые комплименты. Красивые цветы, конечно, для нашей... Какая прелесть! Весна! Ой, мальчики, спасибо большое. Пока обязательно, не переворачивай, просто красиво. Пусть они стоят, лежат, или уложите их красиво. Все, мы подготовили отдельное вазы. Отдельное спасибо, мальчики, за Panic at the Disco, High Hopes, обожаю группу, моя любимая. Спасибо. Никита, он знал, на что нужно рифмовать. Ну что? Как удобно ходить шефу, да, к своим. Вообще все знает. А шефу удобно ходить к своим, потому что, ну, сразу на рабочем месте, не нужно ехать. Во-первых, ходить не надо, начнем с этого. Мы донесем. Если нужно, на руках. Ну что, как ваше утро? Оно чем-то отличается от обычных утр? От моего нет. Единственное, что я зашла и говорю в этот микрофон. А так в остальном все то же самое. Ой, круто так звучишь вообще. Ну, начнем с того, что она живет в трех минутах, понимаешь? Что есть, то есть. Мне даже волосы мокрые. Прекрасного, чудесного Лав Радио. Мне пришлось ехать в течение долгого времени. А еще проснуться рано. Собраться, чтобы быть красивой. Одеть сережки, понимаете? Вот да. Вне зависимости от того, насколько далеко вы живете. Живете от нашей сегодня точки сбора. Вам огромное спасибо обеим равнозначное. Да, да, да. Потому что вы точно скрасите наше это утро. И вы можете убедиться, дорогие слушатели, что действительно очень красивые девушки сегодня в студии. Заглядывайте к нам в телеграм-канал Лав Радио, смотрите, наслаждайтесь, получайте удовольствие. Вы как-то даже, как будто бы есть ощущение, что вы на одну вечеринку собрались. А мы всегда зашли на одну вечеринку. Всегда. Это особый вайб таланта и успеха. Ну, Дарья, мы слышали, что себе говорила ты так, несмотря на то, что ты суперталант. Я не музыкант, я продюсер, немного композитор, немного рифмоплет, но при этом ты создатель таких песен, как «Не пытайся повторить вкус малины» Сергея Лазарева. Цой, покажу паранойю. Ани Лорак, рядом, но не вместе. Ольга Бузова, верни, позови. Тима Бела, но она моя, острый бритва. И вот как не музыкант может делать такие хиты? Можешь нам сказать, пожалуйста? Слушай, ну, наверное, я слукавила. Я, конечно же, все-таки музыкант. Гнесинское образование иногда пробивается. Гнесинка, привет. Да-да-да, она была в моей жизни. Но понимаешь, в чем дело? Тут же ведь в анамнезе управление большим предприятием долгое время. Я же в музыку пришла относительно недавно. Год, как я переехала в чудесный город по имени Москва. И поэтому вот этот вот административный ресурс, он всегда... Можно я вклинюсь чуть-чуть? Чуть-чуть вклинюсь, потому что вы немногие знаете, а Дарья на самом деле неспроста, да, говорит сейчас про Гнесинку, она имеет профессиональное музыкальное образование, то есть она профессионал уже как будто бы априори, ее этому учили. Но длительное время строила свой бизнес и работала где? В управлении вообще. Представляете? Совершенно смежная профессия. Да. Это мощный фьюжн, то есть фактически сейчас Дарья менеджерит нотами, она выстраивает их в нужный... Там, то есть в определенный момент жизни она решила просто хоп и вернуться туда, где я. Вот все альма-матер, которые опции закладывала, они же все в ней есть. Хоп, и вернулась. Это я к чему говорю? Я по образованию врач же, помните? Мы знаем, да? Кардиолог. Кардиолог, арифмолог. И, может быть, когда-нибудь... После 50. После 50. Камбэк физически, представляете? Слово о камбэке. Диана, ты начинала свой путь на радио со стартер-пака, была хостом, или, как принято в более популярной формулировке, была радиоведущей, правильно? Все верно. Думала ли ты, когда много лет назад ставила треки в эфир, что когда-нибудь сама будешь возглавлять совет будущего? В общем, сама будешь принимать решение, кто будет играть на радио, а кто нет? Нет, абсолютно честно могу сказать, что нет, потому что я была поклонницей радио в формате слушателя. То есть я сидела дома, в том моменте еще были плееры, помню.
помните эти с наушниками, которые кассеты вставлялись? Вот там я тоже благополучный FM-диапазон ловила. Мне нравились некоторые самобытные ведущие, потрясающие шоу. Их в свое время, в период моего детства, было огромное количество. Тогда были радиозвезды. Но подумать о том, что я буду работать в эфире, естественно, я не могла. И, безусловно, никогда бы дальше мысль моя поэтому и не пошла. Даже когда я пришла работать в программу по заявкам, часовую, всего лишь часик работала, никогда в жизни не подумала бы. Но это была отдушина, ты же была кардиологом. Да, у тебя были серьезные... я училась на медика и работала для души. Нет, ну у тебя были серьезные статьи, написания, я знаю, всякие в медицинские. До нужно... сих пор есть, если загуглить. Ну да, ну то есть это было обязательством, чтобы подтверждать свою квалификацию. Серьезные пациенты, кардиология все-таки такое направление. И после... Это страшные люди, ты приходила и такая, скажу. А теперь песенки послушаем. Даже не так, Ярослав. Потом у меня был период, когда я уже начала быть практикующим врачом. Я сидела уже на приеме, закончила медицинскую академию Кемер. Потрясающе. Перешла работать в Кузбасский кардиологический центр на прием в поликлинику. Ты у меня был даже же. Да, ну серьезно? Да. Там были проблемки. Показывала работу свою. И я работала в утреннем шоу тогда. То есть, получалось, сначала я работала в утреннем шоу, а потом я приезжала на прием и говорила: добрый вечер, добрый день, доброе утро. И когда пациенты ко мне заходили, говорили: а это не вы, Диана Синицына, которая? Я говорю: нет, не я. А и голос очень. Не я. Первый раз слышу. А шутку слышали сегодня вот с утра? Я просто тоже слушаю. Так, Даша, а какой бизнес у тебя был? Ну, мы можем говорить об этом? Можем. Ну, что за бизнес? Где ты менеджировал? Брала ли ты доминант септ-аккорд? Выстраивала ты ли из своих сотрудников? Ты понимаешь, так было много лет потрачено на формирование большого предприятия в городе, не буду говорить каком, прекрасном, чудесном, уездном городе, что не было музыки в моей жизни вообще, абсолютно, никак, ни Мурат, в каком виде, ужас. Даже не было инструмента дома. Но зато я сделала много прекрасных вещей для города. Просто градообразующих, я бы даже сказала. У меня есть вопрос, можно, как у руководителя? А когда и в какой момент у тебя вот щелкнуло внутреннее вот это чутье, что пора уходить? Бросаем все. Бросаем. Уходим с этой подводной лодки. Да-да-да. Всплываем. Я вижу берег. Спрыгиваем. Ревизор поехал. Вы знаете, на самом деле все банально. Давайте, Love Radio, в общем, смотрите. Женщина родила ребенка, ушла в декрет и просто не захотела возвращаться после 10 лет адовой работы. Сделала так, сделала ноготочки такая, может быть, это, села за клавиши такая, нет. Эти пальцы могут больше, чем просто круто выглядеть. Нет, кстати, во время декрета муж просто подарил мне пианино, он сказал, ну, мать, в общем, вот. Наслаждайся. И с этого момента опять вспомнилось. Мужу аплодисменты, потому что во многом. Мой хорошенький, привет, доброе утро, Лапусь, доброе утро, ты слушаешь меня. Лапуся, привет. Сыну, мужу, в общем, у меня парни самые лучшие на свете. А вот по поводу пианино, оно по-прежнему есть в том городе, в той квартире? Уже в смысле? Уже три пианино в разных местах этого. Это ж сколько полироли надо? Моей страны любимой. Игрущиков. Просто живу на разные города. Круто. Нет, ну вот. Круто. А сыграешь? Один из моих любимых городов. Давайте передадим привет городу Сочи. Сочи, обожаю. Сочи, привет. Да, такой вопрос. А Мурку могешь? Ну ладно, это все глупые вот, шутки. Кстати, хорошо. Так как вместо встречи изменить нельзя, не могу. Нет, не могу. А давайте попробуем. Сейчас я видел видеоурок там на Ютубе. Сейчас глянем и все вместе. У нас еще масса всевозможных тем, которые нужно обсуждать. Красавцы Love Radio. Сегодня у нас в гостях генеральный продюсер холдинга «Крутой медиа» Диана Синицына. И, естественно, композитор Дарья Кузнецова. Поэтому такой час, этот час, вернее, такой классный. Наша специальная, серия специальных эфиров продолжается. А ты точно продюсер? А вот сейчас будет. Вот так. А вот это? Да. Узнаете, чей голос? Послушайте. Ага. А ты точно продюсер? Красавцы Love Radio. Франсен Бун заглянул, немного добавил лиричных мотивов в наше утро. Пригодятся, потому как сегодня у нас в гостях генеральный продюсер холдинга «Крутой медиа» Диана Синицына и композитор Дарья Кузнецова. Еще раз доброе утро. Доброе утро всем. Привет, ребята. Здравствуйте. Здравствуйте. Очень круто с вами все больше просыпаться навстречу этой пятнице. Естественно, у нас есть много о чем поговорить сегодня. Диана, давай с тебя начнем. В этом году ты вышла на новый уровень продюсирования. Сыну отвечаю, сыну. А, это все, нормально. Все. Привет большой. Он слушает нас? Да. О, привет.
Дем, Дема, привет. А все, кто нас слушает, вы можете еще и смотреть. Залетайте к нам в телегу Love Radio Official. И, естественно, прекрасные дамы прямо сейчас смотрят на меня. И вот Диана будет готовиться отвечать. Давай. Смотри, новый уровень продюсирования, можно сказать, стала сорежиссером главного музыкального события Love Radio и да и страны в целом Big Love Show. Да, это вот. Для меня очень большой, крутой новый опыт. Угу. Вообще, в целом, могу рассказать про себя, что когда наступает в работе какая-то стагнация, и ты рутинно делаешь одни и те же вещи, несмотря на то, что наша работа связана с креативом, все равно притупляется ощущение прекрасного и великого. И твое собственное масштабирование, оно как будто бы вот притормаживается. Это есть. И вот Big Love Show — это то, к чему хотелось очень сильно прикоснуться. Работаю я на Big Love Show с 2018 года. То есть я внутри, в команде, в работе со своими задачами, но чтобы режиссировать, ну вот где-то рядом стоять, помогать, согласовывать и все вот эти моменты, к ним прикасаться вот очень плотно, никогда такого не было. Это неимоверно круто. Спасибо огромное нашим режиссерам Нине и Саше Гришаевым, которые, кстати, у вас тоже были привет, в гостях. Привет, да, привет. Наши привет, любимые, отличные. Вот просто любимки. One Love, потому что и спасибо вам за терпение, и мне спасибо за терпение. В общем, я считаю, что мы сработались. Тебе просто стоящие овации, на самом деле. Знаешь, вот ты сказала, что ощущение прекрасного, есть потребность в нем. А насколько далеко ты готова зайти, ставя себе эксперименты вот, в рамках работы? Все, или... что мне интересно, готова на все абсолютно. Я просто понимаю, что вот если ты замахнешься на что-то невероятно грандиозное и космическое, то ну, красавцы Love Radio, скорее всего, как-то рядышком будут с этим. 100%. К чему готовиться? Надо ли нам худеть? Да, двое из ларца всегда ко всем навязываются. В клип придем? Придем же в клип. На концерте выступим на разогреве. Ты когда космос будешь поражать? А вот у тебя будут свободные выходные, а мы где-то будем, мы тебя впишем, понимаешь? Вот, все, это, спасибо. Кстати, было ну... бы классно. Хотя бы разочек, а то пока только я вас. Ну, это да. Про Big Love Show еще пару слов. Если вы в этом году не посмотрели, вам не довелось принять участие и отправиться в один из городов нашего главного музыкального праздника, то обязательно откройте и посмотрите либо на YouTube, либо в нашей группе ВК. Самое начало, начало открытия. И послушайте внимательно музыку, потому что я знаю точно, Диана приложила руку к созданию именно этой музыки, чтобы это было прям вот как на супер музыкальном фестивале. Интро, да. Да, очень красивое интро и начало... потрясающие совершенно перебивки, которые да, начало между артистами имеет были. Огромное значение, учитывая, что нерв ожидания к этому моменту уже просто ну, настолько оголен. И вы ведь присутствовали с нами, правильно? Наблюдали за всем, что происходит. Вот Диана непосредственное участие в создании этого всего приняла. Вот так. Это очень было грандиозно, масштабно и должно было быть именно так, потому что в этом году было 15-летие нашего самого масштабного музыкального праздника любви. В этом году мы уже начинаем потихонечку, чуть позже, подготовку к новому Big Love Show. Скажи, насколько сильно ты в этот раз будешь погружаться? Еще сильнее? Я бы хотела в этом году точно так же очень, скажем, глубоко внедриться в создание контента для шоу. Может, песня? Сама? Да. Я думаю, ни одна публика к этому не готова. Ребята, петь я не умею. Рядом Даша сидит, которая сможет спродюсировать все. Да, Даша сможет спродюсировать, только спеть я ее не смогу. Последний месяц на эту тему, что можно спродюсировать любого человека. Причем Даша-то сама очень красиво поет, в отличие от Дианы Александровны. А можно? Даша покорная вообще, трех нот не возьмет. Без распевки. Это еще дуэтом, господи. Можно без распевки, Даша? Я на «Б» раз, да, такая? Раз и квас. Вот можно раз и квас, вот как-то, ну, без распевки, так чуть-чуть, как хотя бы. Сейчас? Ну да, вот изобразить. Слушай, ну ты понимаешь, не готова я. Ну, да утром не надо пытать людей. Тем более мы не в Сочи, не в секвойях сейчас. Да, Лиза Ёлка рассказала же, утром нельзя терроризировать артистов да на предмет умрут слушатели ваши сейчас. Господи, переключу, уроним доли эфира. Ну давай поговорим тогда про продюсирование. Ты создатель... У нас не падает. Создатель линейки трека вселенной GM. И когда ждать продолжения путешествия легендарных артефактов? Наверняка же уже есть что-то, о чем не знаем мы, широкая общественность не в курсе, но ты уже там на 100% завершила что-то. Ой, сейчас сенсационное сделаю заявление. Было у меня ощущение, что, мне кажется, вселенная GM должна закончиться. Но есть группа людей, моя команда, которая сказала, ты с ума сошла, это самый классный, самый интересный масштабный проект музыкальный в рамках страны, его нельзя завершать, не подготовив зрителей. Я говорю, а мне кажется, что зрители, да, и кстати, зрители только сейчас начинают понимать, что он вообще существует, что это какие-то серии определенные с большими артистами. К моменту, когда последние серии впервые кто-то увидит, не зная про первые, представляешь, как они удивятся. Мы, кстати, с Ярославом
словам плюсуем, что это грандиозный проект. Конечно. Во-первых, я обещала вас снять в клипе. О, Господи, они к тебе направили. Да мы как бы, ладно, когда? Как-то это было. Слушайте, ну, есть такие идеи. И вот теперь я приняла решение, наверное, может быть, кстати, в рамках Лав-радио. Мне кажется, что наступило время в моей жизни начать работать с очень молодыми артистами, открывать эти новые имена. Я обожаю просто молодежь. Мне кажется, она такая талантливая у нас сейчас. Это самые такие. Вот, да. И надо работать с молодыми. И вот вероятнее всего, что с сентября стартует второй сезон вселенной GM. Я пока не понимаю, каким он будет, пока мы вынашиваем эти идеи, и там будут классные, молодые, перспективные, самые лучшие умнички и умницы нашей страны. Можно намекнуть хотя бы, но есть же молодой какой-то уже более-менее засветившийся. А известные? Да. Да, такой уже получивший известный. Слушайте, во-первых, у нас будет необычный фит, просто необычнейший. Я все-таки возьму такого взрослого мастодонта. Учитывая Михаила Захаровича и Мию Бойко. Да, еще более необычный. Да, еще более необычный. Это будет Григорий Викторович Лепс. Да, барабанные палочки. Да, вот они. Замолчу. Я знаю. И Илюся Чуботина. Егор Шип. Нет. Мало ли. Не угадайте. Никогда не угадайте. Парень, которого имя заканчивается на Чик. Нет. И очень классный парень. Попугайчик. Просто невероятный. Чумачечий. Сыночек мой. Дочек. Все, интрига. Ты тоже не знаешь? Нет, я не знаю. Нет, пока об этом не знает никто. Пытаюсь догадаться, но не могу. Я даже скажу, что пока еще Григорий Викторович об этом не совсем знает. А, да я понял, все. Он даже не понимает, о чем. Я понял. Так. Ну, знаешь. Ну, Ванька. Да нет, конечно. Да, конечно, нет. Уже было, тем более, неинтересно. Да, конечно, нет. Нет, ребята, обещаем вас. Чисто продюсерское. Да уже было неинтересно, убирается. Невероятно талантливый артист. В общем, он очень популярен. Ладно. Заинтриговал. Давайте пишите к нам в WhatsApp свои догадки. Что это за артист будет с Григорием Лепсом на фите? 8495-956-166. А мы тебе озвучим, что накидали наши слушатели. Хорошо. Господа, сегодня у нас в гостях Диана Синицына, генеральный продюсер холдинга «Крутой медиа». И композитор Дарья Кузнецова. Дальше больше. Красавцы Лав Радио. Эй, это Красавцы Лав Радио. Всем доброго утра. Здравствуйте. Супер, люблю рыбу. Привет. Всем желаем отличного дня. Встречаем это утро вместе с генеральным продюсером холдинга «Крутой медиа» Дианой Синицыной. Всем привет. Композитором Дарьей Кузнецовой. Мы продолжаем серию рубрик «А ты точно продюсер?». И вот слушатели тут накинули варианты, с кем же будет трек у Григория Лепса. Мы обсуждаем. Да, Даша говорит, что будет анонс. Дима Билан говорит. Конечно, молодой же, какой-то фронтмен. Тут написали Амирчик. Да, доброе утро. Я думаю, либо это Амирчик, либо Ника Жукова. Влад Бумага. А он что, молодой? Саша Стоун. Слушайте, надо, давайте приз какой-нибудь. Слава Макаров. Давайте так, смотрите, мы выкладываем видео потом, да, на видеосервисах, правда, да? Да. Потом. И давайте в комментариях объявим конкурс. Тот, кто угадает. Кто назовет правильное имя. Скажи, что спродюсируешь его. Давайте придумаем какой-то приз. Давай. Человек в клипе появится. Где-то вот в каком-то элементе. В эпизоде, конечно. Серьезно? Мы прямо запустили. Дверь откроет, булочку принесет вкусно. Моя команда. Все, кто знает, рот на замок. Все, нет, безусловно, давайте. Ярослав, доставай ключи. Пока не выйдет релиз, соответственно, мы не объявляем победителя. Как только он выходит, или хотя бы Даша нам маякнет, когда можно. Слушайте, просто вы еще даже не представляете, во-первых, какой это будет клип. То есть я из месяца в месяц, когда мы просто завоевывали там все награды с этими клипами нашими чудесными, я не понимала, куда нам стремиться. Вот то, что будет в сентябре, я очень надеюсь, что это будет просто масштабное событие для страны. И это действительно, скажи, это... Это вообще бомба-пушка. Да. Петарда. Улет. Вот, улет, в прямом смысле этого слова. Такую интригу повесили. Я спать не смогу все выходные. То есть, если человек, мне кажется, даже в эпизодической какой-то там... Просто у стенки будет стоять в этом клипе где-то там. Это уже можно будет считать, что жизнь удалась. Теперь уже и я в этот клип. Можно будет в родной город вернуться и с ноги все двери открывать. Безусловно. Я в клипе. Ты знаешь, с кем ты разговариваешь? Но главное, чтобы победил достойный человек. Все, мы объявим конкурс, еще об этом обязательно скажем. Как только появится. А можно потом еще второй конкурс объявлю? Пожалуйста. Дарья, до 6 штук за этот час. До 6. Все, кайф. А второй будет на раздевание. Да. Лето же. Ой, ладно. Мы участвуем с тобой?
Когда они уйдут. Так, все, давайте перейдем к серьезному. Местами. Мы переходим к серьезному. А вас можно, да, переходить к серьезному? Конечно, у нас мы не готовы. Для этого есть и рубрика специальная. Это на аватарку. Здесь мы хотим с вами, прекрасные наши гости, обсудить самые любимые на данный момент или за все время ваши проекты, которые, как вот в случае с соцсетью, можно на аватарку воткнуть. И точно быть уверенным, что всем нравится, потому что и мне самой тоже, ой, как нравится. Дарья, давай с тебя начнем. Мне кажется, у меня вот за прошедший год это два проекта. Я даже не знаю, как их, кому пальму первенства отдать, поэтому не буду разделять. Мне кажется, что мы сделали потрясающий просто кейс с Сережей Лазаревым. Это три хита, которые собрали все мыслимые и немыслимые награды. И его просто аудитория, которая, ну, так скажем, медленно росла на стримингах, она просто заскочила в 82% только на Яндекс.Музыке, чтобы вы понимали, да, то есть прирост аудитории. И я считаю, что это очень удачный кейс, именно композиторский, в содружестве, так скажем, с большим артистом. И, соответственно, это мой любимейший, но это мой проект именно продюсерский, мой авторский проект, это «Вселенная GM». Люблю как невозможно, люблю как ребенка своего, поэтому вот два таких вот больших проекта. Потому что «Вселенная GM» — это, конечно же, запевшая Ольга Бузова. О, это да. Аня Лорак, это Дима Билан с песней «Острый бритвы». Это клипы, похожие на фильмы. Это мини-фильмы, да. Ну, как же Анатолий Цой тоже, ну, это шикарнейший Толя вообще. Толя Цой, который стартанул, да, и который там просто обваливал у вас, по-моему, Так вообще, так это, причем эта песня, она, я не знаю, как это так получилось сделать у тебя, она одинаково любима как совсем молодой аудитории, так и взрослой аудитории. Мама моя сразу же в плейлист добавила, говорит, ну это просто невероятное что-то. Круто. А вы знаете, что моему соавтору на «Вселенной GM» за 60, то есть автор текста «Вселенной GM», человек, которому за 60. И имя его Михаил Гусыриев. Хотя сказать, мы не знаем, А фанбаза здесь, она ждала это имя. Слушайте, просто смотрите, это же тоже прецедент, да? Это человек, который всегда писал довольно-таки, ну, масштабные такие какие-то взрослые, большие произведения, и вдруг мы с ним делаем там, фиты, там, СМИ, Бойко, да? Рубашка там, красная. Рубашка красная, но это не моя песня, извините. Я думаю, что это тандем двух потрясающих творческих единиц, которые в любом случае, когда две единицы соединяются, масштабируются. За счет этого прирост аудитории разного взаимное пула. Обогащение. Когда вектор молодой и взрослый. В одну сторону, это усиливает эффект. Хотим сказать, не останавливайтесь. Ой, продолжайте, пожалуйста. Я не могу остановиться. Мы с ним. Просто... Это мой друг вообще любимейший, дружочек мой, Михаил Сварбекович. Обнимаю. Еще. Доброе утро вам, дорогой мой. Доброе утро. Диана, ну, твоя аватарка. А, давай так, если мы говорим про прошлое, у меня есть очень большая, любимая, невероятная, скажем так, жизнь в Сибири. У меня был, на моем опыте, вообще, в принципе, путь продюсера, мне кажется, оттуда и пошел. Я создавала утреннее шоу на радиостанции, которую нельзя в эфире Лав-радио называть, это конкуренты наши, и создала прецедент, где были три человека, которые не имели никакого отношения к радиобизнесу. Это задача была создать мною придуманный проект, в котором люди, не имеющие образования профильного и даже работающие вообще не в медиасфере, скажем так, говорящий, садятся и делают потрясающий, острый такой на грани контент. И мне надо было за 3 месяца их научить это делать. И это было просто... Ну, потрясающе. Мы тогда, я помню, всколыхнули всю Сибирь, потому что люди разделились ровно на 2 лагеря. Те, кто ненавидели это шоу, потому что они говорили, что они несут, что? И говорили, боже, какие они остроумные, какие они колки, какие они уф! Love me or hate me, вы никого не оставили равнодушными, да, что самое это важное? Это закон успеха, да. Все, пошла на курс к тебе. Надо подписывайтесь, колкость. Лайки, колокольчики. Во-первых, мы вам обеим, девушки, говорим лайк 100%, да, репост, шерим ваши аватарки, потому что это достойно уважения. Ну да, шерим аватарки и целуем души. О, это сейчас уже за эфиром. Прям сосо зашел в чат. А если хочешь, чтобы Серкан была, то здоровье твоим рукам и твоим. Красавцы Лав Радио. Талантливые артисты такие прям. Вот взять, если наших и по-русски заставить петь будет, ничуть не хуже. Чонгук и Ашер только что Standing Next to You на волнах Лав Радио. Поработали бы с ними, кстати? Естественно.
Я напомню. Спрашиваешь. Я напомню. Диана Синицына, генеральный продюсер холдинга «Крутой медиа», композитор, песник, создатель кучи крутой музыки Дарья Кузнецова у нас в гостях. Странный вопрос. Но вот Дарья не ответила на твой вопрос. Чонгуком поработала бы? Слушай, ну, во-первых, я знаю только русский язык. Начнем с этого. Очень плохо говорю. Мы бы нашли синхрониста. Но я в повестке дня, кстати. Я борюсь за русский язык. Поэтому пишу на русском. Если он согласиться спеть песню на русском, welcome. Ну, да, это будет, конечно, а, кстати, феерия. Очень хорошо у корейцев получаются ваши песни. Они даже что-то перепевали. Цой, тому пример. Да, да, да. Поет на русском, кстати. Молодец, адаптировался. Но он с Алматы. Ну, начинали с Чонгуком, если там стартер-пак у них русский язык второй. Но вообще, надо отметить, что южнокорейцы, они же много перепевают русских песен, прям стараются. Обожаю, ребята, обожаю. Вообще, Blackpink, например, да? Ой, Лиса, как тебе? Я с ума схожу вообще по Южной Корее, по их музыке и по тому продукту, который они делают. А какие у них видео работают, понимаете? А Китай? Китай, вы знаете, что одним из самых ротируемых в социальных сетях Китая треком стал трек Мари Краймбрери «Золото». Почему Краймбрери туда поехала участвовать в грандиозном проекте и стала не просто мелкой, а масштабнейшей, всемирной уже. Теперь все знают, что такая Мэри. Это во-первых. А во-вторых, наша музыка и наш язык, несмотря на то, что говорят, что русский он такой грубоватый для восприятия на слух, это не итальянский, мурлыкающий, не французский, все равно наши треки хорошо распространяются, и язык наш, он в формате музыкальном очень даже привлекательный. Давайте мы туда песню, вот мою новую дуэт, кстати, который только что вышел, Билан Краймбрери, отправим, потестируем на Китай. Давайте. По связям. У Маришки там уже свои люди есть. Я думаю, конечно, по своим личным каналам. Между собойчик такой. Но справедливости ради хочу вспомнить Амирчика с его «Это любовь» и «Индонезия», которая не пришлось, по сути, текст менять, потому что у них это другое значение, слова имеют, та же транскрипция, но прекрасно ложится на индонезийский. И Миюша Бойко же тоже знает даже китайский, она Гагарина перепевала. Дядялин или очень мило, посмотрите, как она это делает. Дядя Алин. Ну, поговорили про иностранщину немножко. Обсудим и русское, и обсудим то, что, возможно, не удалось. Большой факап. Здесь мы, как правило, дамы, обсуждаем какие-то проекты, какие-то затеи, которые не удались, которые вот с которыми не сошлось, не срослось, сделала я ставки, а не получилось. Диана, есть тебе про что так сказать? Если вот из близлежащего, да, вечернее шоу «Лав Радио». Старт моего прихода 21 год. Я запустила вместе с командой, с нашей, с редактором, с продюсером и с создателем собственного контента, нашим ведущим вечернее шоу. И в старте, скажем так, где мы еще откатывали какие-то моменты назад, если они не получались, что-то тестили, у нас не срослось. Ведущий покинул нашу радиостанцию, и мы не продолжили. Я считаю, что это мой конкретный личный проигрыш. Не доглядела, что... Да тут не про не доглядела, не докрутила. Вот мне кажется, что да, тут, знаешь как, ведь мы же про личный факап говорим, и, ну, как будто напрашивается сам по себе вопрос, может быть, ну, вечер-то пустует, как будто бы без шоу. Так, а это что-то такой небольшой спойлер, да? Естественно. Серьезно? Конечно, мы на своих ошибках, как взрослые грамотные люди, профессионалы своего дела, учимся, поэтому мы разработали, и это вот одна из идей, которая, скорее всего, у вас последует в каких-то последующих вопросах, это будет мелькать? Ребят. Да, это есть. Есть, чтобы вы понимали, мы не знаем, я честно сейчас говорю, мы ничего не знаем, о чем она говорит. Вот, ну, хотя могли бы знать. Но это вечернее шоу, разумеется. Я догадываюсь про вечернее шоу на волнах «Лав Радио». Очень жду, кстати, чтобы можно было пасовать друг другу. И куда ты ждешь? Ты здесь, все, сиди. Зато прикольно, приходит Мия Бойко, допустим, мы такие, посидела у нас, мы такие, ну погуляй пока, походи, давай пару часиков в ресторанчик. Ну, конечно. И на вечерочку к нам. А, ну ладно, так не будет. Даша, ну а у тебя, есть ли что-то, из чего не удалось на 100% выжить, вот, результаты, и ты такая, ну вот это факап. О чем ты можешь сказать, что вот это факап конкретно? Слушайте, ну вы вопрос такой задаете льву по гороскопу. Ну какой, как я могу вообще признать, что тигрица у меня... по душе. Да-да-да, львица, царица. Но мы и говорим, ну ладно, но факап просто... это название. Ну, нет. Типа ты хотела 100%, получилось 95%. Ну вот давай. Слушайте, вот так. Ну про личный факап даже не... Я просто не могу это говорить, потому что мне кажется, что у меня все заходит. Ну ладно. Ну честно, ну ребята, ну правда. Ну давайте вот Оленьку Бузову обсудим. Ну зашло все. Главную женщину моей жизни. Ну... Я хочу, знаете, а давайте ракурс сменим, перефокус. Значит, я хочу сказать, что главный факап
вообще на сегодняшний момент, это все оценочное мнение в музыкальной индустрии. Например, это премии. Опа. Музыкальные премии страны. Опа. Мне кажется, это главный факап, ребят, честное слово. Несмотря на то, что я являюсь номинантом, то есть мои работы, и сама я являюсь там номинантом в различных номинациях прекрасных, там, композитор года, в частности. Мои работы там стоят везде. И мы сейчас вот наблюдаем, Диана не даст соврать, как мои работы забирают главные награды. Но подход вот вообще как бы, да, по организации премии и, соответственно, оценочное мнение всех тех, кто принимает решение, кто же выиграет, прикрываясь, например, что это народная премия. Ну, ребята, нет, все не так. Во-первых, нужны новые лица. Первое, да, то есть давайте объективно посмотрим, какие критерии премия закладывает в то, чтобы человек, артист, попал в номинацию. Меня это очень интересует. Сделайте их открытыми, ребят. Ну скажите нам, по каким параметрам артист залетает в те или иные номинации? Второй момент. Почему в наших премиях до сих пор мы награждаем только артистов? Только артистов, ребят. Когда мировая индустрия... Плюсую. Когда мировая индустрия давным-давно пошла вперед, откройте Грэмми, 100 номинаций. MTV Music Awards, создатели шоу, креативные продюсеры, пиар-команды награждаются все у нас. Да, композиторы опять-таки, Оскар, Грэмми. Создатели музыки, контента. А Оскар, смотрите, Оскар — это беспрецедентная история. В этом году Оскар ввели новую номинацию «Кастинг-директор». То есть без кастинг-директора не было бы... Конечно. Где бы вы все были, ну, кстати, да? Кто бы был в картине? Конечно. Дамы и господа, уворачивайте свои непричастные к этому лица, потому что летит перчатка в лицо, собственно говоря, индустрии премиальной. Слушайте, всем. К вот человеку, который забирает все свои номинации сейчас, Дарья Кузнецова, вам бросает вызов. Отвечайте. Мы говорили с Дашей на эту тему, говорим уже, наверное, год, что хочется, безусловно, какую-то премию объективную. Очень прозрачную. Да, будут обиды. Нет, скорее всего, 300% даже. Угу. Артисты будут обижаться. Не знаю, люди, которые... тоже будут обижаться. Да, люди, которые создают шоу, будут обижаться. Клипмейкеры, которые, кстати, тоже нужно награждать обязательно. Конечно. Будут считать, что где-то там что-то. Но если люди будут видеть прозрачные критерии, понимать систему оценки... Ох, сколько новых лиц мы увидим, конечно, ребята. Во-первых, вы люди даже не представляют. Это и есть конкурентная среда. Ну, а в ней рождаются алмазы. Такой вопрос, а как вот создать такую независимую премию? Она же все равно создается на основе чего-то, на базе холдинга, на... Нет, вот как раз дело, вот это нужно миновать, то есть не привязывать премию к каким-то холдингам, к каким-то персонам, к отдельным каким-то музыкальным выпускающим лейблам, иначе это все обречено, опять-таки, на не совсем прозрачности и объективности. Но нужно понять же, где она получит финансирование, откуда это будет. Ну вот это да. А пусть это будет государственная история. Если это будет действительно потрясающая, какая-то интересная, народная премия, чтобы, во-первых, чтобы была абсолютная прозрачность, чтобы голосовали не люди, которые находятся в индустрии, а, допустим, чтобы голосовал народ. Потом, опять же, мы возвращаемся к тому самому первому вопросу, который я озвучила. Каковы критерии? То есть, допустим, если радиостанция говорит о том, что, ребят, вот у нас премия, и, допустим, получает там альбом года Сергей Лазарев «Я видел свет». Я понимаю, почему он получает эту премию. Во-первых, это артист один из номер... Ну, как практически номер один по ротациям, да? Соответственно, радио его награждает, потому что это ротируемый артист. У артиста объективно за альбом получен золотой статус. У него 3 хита за главных стояли, не вынимая, что называется, играла все радиостанции. Это «Вкус малины», «Алый закат». Не пытайся повторить. Просто прости, Сереж, что я тебя хвалю. Сейчас опять начнут меня уличать в том, что я обожаю. Доброе утро всем слушателям Love Radio. Сережа здесь. Мы хорошенькие. То есть мы понимаем, что объективно человек безумно много времени вложил в этот альбом, но его получил не потому, что он мой друг, а потому что есть объективные критерии. Ну да. Для этого есть цифры, цифры. С цифрами не поспоришь. В стриминге выросли цифры очень сильно. Топ-хит нам дал как бы оценку, да, что человек долго стоял на радио. Вот, с этими критериями не поспоришь. Давайте по этим критериям отбирать номинантов на премии. Ну вот мы опять ушли в мастодонтов, скажем так, нашей сцены. А хочется еще, безусловно, помимо того, что, да, у нас есть большие артисты, хочется, безусловно, подсветить тех, на кого обычно не обращают люди внимания. Я имею в виду широкую общественность. Они просто не знают, кто стоит за спинами. Абсолютно согласна.
классные. Особенно меня очень тревожит вопрос с музыкальным продюсированием. То есть музыкальных продюсеров у нас не знают ни Диму Лорена, ни Алекса Давио, да? То есть, ну, я там как-то куда-то хожу, там Давио, понятно, ходит, но... Всем привет. Но в большинстве случаев страна не знает этих героев. Клипмейкеров у нас не знают, да? То есть у нас просто не подсвечены. А это герои нашей страны, ребят, герои. Ну вот и об этом как раз и серия эфиров «А ты точно продюсер». Мы для этого-то их запустили. Да вы умнички вообще, обожаю. Идея вот Диана Александровна, между прочим. И мы обязательно будем говорить с продюсерами, с создателями музыки здесь до конца мая, для того, чтобы все лучше имели в виду, кто же у нас делает такие сочные хиты. Думаем о будущем, меняем реальность, формируем правильное восприятие. Красавцы Лав Радио. Лирика, почему здесь на волнах Лав Радио? Тоже, кстати, если уж говорить про молодых продюсеров, тот самый молодой продюсер, который помогает индустрии свободнее дышать. Красавчик. Лирик, любовь. Красавчик. Вообще 100%. Потрясающий. Очень талантливый, да. Очень. И недооценен, кстати, как артист. Недооценен. Вот его нет почему-то во многих номинациях. А мы все у нас всегда есть. Это и факт. Ири набегла в шоу. Правда, еще раз напомним. Генеральный продюсер крутой медиа Диана Синица. У нас в гостях Дарья Кузнецова, композитор, продюсер, создатель суперхитов. И, конечно... К великому сожалению, у нас потихонечку заканчивается время. Поняли, но да. Мы хотим успеть от вас, значит, как от продюсеров, получить грамотное решение в нашей постоянной рубрике. Лучшее решение. Здесь супер быстро. В предлагаемых нами обстоятельствах вам нужно придумать лучшее продюсерское решение. Готовы? Впитываем. Да. Бабушка сочиняет, ее зовут Аглафья, сочиняет частушки на ходу. Нужно придумать для нее номер для празднования Дня города Уфа. Тик-так, частушки тик-так, на ходу. Да. Все окей. День города, большая аудитория, есть взрослые, есть молодежь, есть дети. Необходимо создать ей такую, скажем, команду, с которой она эти частушки будет читать на главной сцене. Битбоксер? Позвать какого-нибудь классного битбоксера, безусловно, для молодого поколения. Кстати. Создать какую-нибудь группу детей или одного суперталантливого поющего ребенка, который будет тоже рядом с ней импровизировать и что-то выдавать. И, безусловно, среднего возраста, скажем так, местные звезды, они всегда во всех городах есть, которые будут поддерживать ее. Она читает частушки, а ребята на заднем плане красиво поют, делают распевки, бэки и так далее. Получается много возрастная, такая широкая аудитория, круто. Потрясающая промо деятельность этой великолепной артистки. Мощная, жирная, сценарная рыба Диана Синицына есть. Дарья, что по музыке? Может быть, это будет попурри какой-то? Может, оркестр поставим позади? Нет, это точно должна быть какая-то ультрасовременная история, которая... Совершенно к бабушке 60... Ну, вообще бабушка 60... Вообще-то это молодая, супер женщина. Мы не говорили 60. Ни разу, вы сами это придумали. Я не говорил, правда. Все, а это вот опять продюсерский лишь бы уход, вот обидеть людей. Мы сразу навешиваем клише. Я думаю, что это должна быть абсолютно просто диссонансная музыка. Диссонансная музыка. Тогда это обратит внимание на себя. Все люди такие, опа, это кто такая? А бабушка Агафья. То есть это точно должно быть нетривиальное для бабушки Агафьи. Такая что-нибудь типа там... Бабушка Агафья, частушки на ходу. Эй, Уфа, за городу. Слушайте, сейчас так заходит народная тема. Бабушка Агафья будет звездой номер один там через пару месяцев, если я к ней подключусь. Конечно, а если еще и каких-нибудь юнкеров подключить из социальных сетей, которые быстро шерят свои вертикальные видосы, и это все залить в сеть, то все, просто бабушка топ. Слушайте, я считаю, рубрика состоялась. Потрясающе. Вот, кстати, про рубрику. Если вам, друзья мои, вы талантливые активные, позитивные, у вас есть потрясающий контент, музыкальный, аудиальный, не знаю, визуальный, какой угодно, у нас есть невероятная, умопомрачительная Дарья Кузнецова, которая готова вас слушать, принимать, поэтому видео на Ютубе, здесь будет почта Дарьи Кузнецовой, куда можно и демочки, и видосики, давайте, все туда. Давайте, молодняк весь ко мне. Молоденький, хороший, вперед. Ссылка на почту будет под этим видео в Ютубе. Ребят, все внимание сюда, кто молодые артисты, мы вам помогли. Ну еще и напомним тысячу раз. Сегодня у нас в гостях были потрясающие, суперталантливые генеральный продюсер холдинга «Крутой медиа» Диана Синицына. Ай, привет всем еще раз. Совершенно невероятная композитор Дарья Кузнецова. Помогут тебе успеть в этом мире, даже если ты бабушка, если ты молодой человек, если ты горишь своей идеей, музыкой в том числе. Обращай внимание на эти две звезды путеводные. Девушки, большое вам спасибо за это утро. Спасибо, спасибо. Красавцы Лав Радио. Ярослав Парамонов и Никита Матов.